2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода. Оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда, и наступательный, начавшийся 19 января и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом, действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. Сталинградская эпопея посвящена множеству очерков, рассказов, повестей, романов, воспоминаний о битве на Волге. Первые правдивые слова о битве на Волге сказали фронтовые корреспонденты, писавшие по горячим следам событий. Среди них был поэт Константин Симонов. Его рукой написана сталинградская повесть «Дни и ночи», которая вошла в книгу «Если дорог тебе твой дом». Но не военные теории, а люди были главным секретом нашей победы. Сталинградская битва – это не только смерть, кровь и страдания, это еще и взлеты человеческого духа, и фронтовое братство, бескорыстие и самоотверженность в борьбе с врагом, которому казалось, что до победы, как до Волги, рукой подать. Отрывок из повести Симонова «Дни и ночи». Город горел. Он горел всю ночь. Весь следующий день и всю следующую ночь. На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. На 10-е сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города. На 21-е сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее подходили к ней. Город, протянувшийся на 65 километров, в ширину не имел более 5. И почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины. Но не военная теория, а люди были главным секретом нашей победы. Сталинградская битва – это не только смерть, кровь и страдания. Это еще и взлеты человеческого духа. Это и фронтовое братство, бескорыстие и самоотверженность в борьбе с врагом, которому казалось, что до победы, как до Волги, рукой подать. Фронтовые дороги накрепко связали военного корреспондента Василия Гроссмана со Сталинградом, где в дни боев он был среди защитников города, делясь с ним заботы и тревоги. Он ездил на передовые позиции в города, плыл туда на баржах и моторках, ходил по молодому потрескивающему волжскому льду на командный пункт армии, жил в знаменитой Родимцевской трубе у Волжского обрыва, ютился в блиндажах у Мамаева кургана. Личный опыт писателя и журналиста Василия Гроссмана в основе его романа о Сталинградской битве. Жизнь и судьба, которые отражают не только доскональные знания фронтовой обстановки, но и уверенность в том, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди. Роман Шолохова «Они сражались за Родину» был задуман в трех частях. Первая – о военной поре, вторая – о Сталинградской битве и третья часть – о победе над оккупантами. К сожалению, замысел писателя остался незавершенным. Публикация отдельных глав растянулась на 26 лет. Но читателям так и не удалось познакомиться с большим трехчастным произведением Михаила Шолохова о Великой Отечественной войне. Причин тому немало –
Среди них и то, что необходимые писателю материалы, связанные с оборотой Сталинграда, оказались в те годы недоступны. А Шолохов хотел сказать о битве на Волге правду, используя, по его словам, тяжелую артиллерию искусства. Давали также о себе знать и сложности собственной судьбы. В начале 1942 года фронтовой бомбардировщик, на котором летел Шолохов по вызову Совинформбюро, разбился при посадке в Куйбышеве. Писатель выжил, но получил сильнейшие травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в Николаевку, что в 150 километров от города Сталинграда, где с октября 1941 года находилась его семья. Михаил Александрович сражался за родину плечом к плечу со своими героями, измученными боями, жарой и долгими переходами, но готовыми снова в любую минуту развернуться и снова принять бой. Несмотря на то, что роман «Они сражались за родину» не был завершен Шолоховым, яркие, колоритные образы защитников Сталинграда делают его эпическим и ставят в один ряд с наиболее яркими и художественным в отношении произведением о Сталинградской битве. Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты, а еще бой с мотопехотой, губительный огонь с флангов, срезанный осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянными золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Сильные духом люди представлены и послевоенной литературе о битве на Волге, повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В отличие от фронтовых корреспондентов, армейской печати Константина Симонова, Василия Гроссмана, Михаила Шолохова и других, Виктор Некрасов до войны не имел литературного опыта. Архитектор по образованию, в дни Сталинградской битвы он был полковым инженером и заместителем командира саперного батальона. Как вспоминал сам Некрасов, сразу после победы я написал книгу о солдатах и их командире. Войдя в историю русской литературы, в армейских кирзачах его повесть – первое произведение не в войне, а изнутри войны. Рассказ не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае. Отрывок из повести Некрасова «В окопах Сталинграда». Немцы рвутся к Волге, пьяные, осатанелые, в пилотках на бекрень, с засученными рукавами, кричат, как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут. И так длится, кто его знает сколько, 5, 6, 7, а может быть и 8 дней. Перекинулись правее, на Красный Октябрь, долбят его из воздуха, из земли, только щепки летят. А щепки – это 10-тонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Особое место в ряду с остальными авторами занимает роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Главные герои этой честной прозы, рассказывающие не только о военных победах, но и о том, какой ценой они оплачены, во многом имеют под собой вполне реальных людей. Вчера еще со школьной парты они на фронте проходят свое личное и гражданское становление. Сражаясь под Сталинградом, получая ранения и теряя товарищей, взрослеют в день на годы молодые лейтенанты «Горячего снега». Спотыкаясь, он поднялся по ступеням на берег. Вошел в ход сообщения и в нескольких метрах от орудия вдруг упал грудью на бровку траншеи. Потом в тупом отчаянии прижался к холодным перчаткам. Что-то жарко и горько сдвинулось в его горле. Он плакал так одиноко, задушевно и отчаянно впервые в жизни. Когда вытирал лицо, снег из рукава ватника был горячим от его слез.
«Барбаросса» – последний так и незаконченный роман Валентина Пикуля, которому предстояло стать первым томом «Площадь павших борцов». Сталинградская эпопея под гениальным пером Пикуля предстает не просто подвигом, совершенным советскими воинами, но и сплетением стратегии с политикой, событием, влияние которого сказалось во всем мире. Валентин Савович честно признался, что не считает себя вправе приглашать читателей в окопы Сталинграда, ибо сам в них не был. Но, как писатель-историк и участник войны, не мог пройти мимо грандиозных событий на Великой Русской реке. «Барбаросса» нельзя читать, не задумываясь и не переживая. Это произведение проходит через человека насквозь. Паулюса обескуражил доклад Вольфрама фон Рихтховена. «В моих самолетах разорвана монтажная система. Некоторые приборы выведены из строя. Но это не диверсия, а работа степных грызунов, которые по ночам шарят в кабинах пилотов, словно воришки в карманах у спящих пьяниц». Одновременно стал жаловаться Витерсгейм. «Мои танки застряли у станицы Баковской. Суслики и степные мыши шныряют внутри танков, как в погребах, пожирая изоляцию, выводят из строя электротехнику. Легче всего поставить часовых, но не могу же я, черт побери, ставить у каждого танка по дюжине мышеловок». Паулюс обмахнул пот с изможденного худого лица. «Тоже партизаны», — сказал он. «Кажется, сама русская природа ополчилась против нас. Даже грызуны делают все, чтобы мы околели здесь, как проклятые». Художественно-документальная повесть Людмилы Овчинниковой «Улица среди окопов» посвящена жизни и борьбе сталинградцев в период жесточайших боев на улицах города. В этой повести на первый план выступает образ главной героини, 15-летней девочки Любы Лаптевой, через препятствия которой передаются события Сталинградской битвы. Образ главной героини автобиографичен. Детство писательницы прошло в Сталинграде. Здесь она пережила весь ужас войны. Люба Лаптева рассказывает о том, как живет ее семья в сражающемся Сталинграде на Карусельной улице, через которую проходит передний край обороны города. Действие книги начинается в последние дни августа 1942 года, во время первых массированных налетов на город фашистской авиации и заканчивается 2 февраля 1943 года, в день разгрома немецких войск под Сталинградом. Фашист шел, чтобы убить нас. Сколько же метров ему осталось до нашего дома? 200? 300? Они в Германии еще не знают, что пуля его догнала. Думаю я. Именно его, такого в каске, мышиной шинели, автомат у пояса. Мы страшились все дни и ночи, и вот он лежит уже мертвый. Как же так случилось на этом свете, что он пришел издалека, из маленького игрушечного домика, на Волгу, к нам? На нашу улицу? Зачем? Почему? Сколько шел, столько и убивал, чтобы быть убитым самому. Здесь, в сточной канаве, там, в домике, под черепичной крышей, никто никогда не увидит, как он лежит на снегу. Ветер заметал его голову, вмерзшую в лед. Ни домов, ни деревьев нет больше на нашей улице. Не раздается даже карканье ворона. Все живое уничтожено на Карусельной. Им и такими, как он. Тема Великой Отечественной войны
и Сталинградской битвы остается одной из ведущих тем в литературе последних десятилетий XX века и начала нового столетия. Но писатели возвращаются к событиям войны не только для того, чтобы вновь и вновь показать трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт прошедшего предостерегал от катастрофических ошибок в будущем.